Управление госнаркоконтроля Чуваши и Чувашский государственный университет провели всероссийскую практическую конференцию, посвященную предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Какие вопросы были подняты, узнавала наша съемочная группа. Три направления деятельности в сфере пресечения наркопреступлений и широкий круг поставленных задач. Так можно сказать о конференции, которая прошла в столице республики впервые. Сложилась хорошая система взаимодействия правоохранительных органов, образовательных учреждений, и обстановка находится под контролем. Соответственно, нам есть чем поделиться с коллегами из других регионов Российской Федерации. А коллег собралось немало. В Чебоксары приехали около 500 научных сотрудников и ведущих специалистов этой области из Москвы, Йошкар-Олы, Казани, Нижнего Новгорода и других городов, чтобы поделиться полученными знаниями и применить их на практике. В заседаниях приняли участие и студенты вуза. И на этом форуме мы будем рассматривать круг вот этих аспектов. И наверняка предложим целый ряд вариантов законодательных, в том числе рекомендаций для практики, учет которых вполне может усилить значимость уголовного законодательства, судебной практики, реализующей это законодательство. Проблема распространения и употребления различных наркотических средств стоит наиболее остро. Как отметил заместитель руководителя аппарата Государственного антинаркотического комитета Сергей Васильев, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество совершаемых правонарушений, но и уровень раскрываемости преступлений вырос. Мы считаем, что на республиканском уровне удалось консолидировать усилия основных антинаркотических институтов, гражданского общества, реализуются стратегии государственной антинаркотической политики. По мнению участников конференции, она даст результат. Совместными усилиями научных работников и государственных ведомств найти нужное решение проблем по борьбе с наркотиками. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.